как и всякая история, это тоже имеет свое начало, причем весьма необычно. Летая каждый год самолетом по маршруту Чита-Чара для сплава по северным рекам, мы наблюдали неоднократно в районе Канталакского гольца, это самая высокая вершина Яблонного хребта, высотой более 1700 метров, необычные скальные образования. Группы скал, расположенные непосредственно на вершинах гольцов, и расположены вот они были такими группами. И все это на вершинах гольцов в безлесой зоне отлично просматривалось. Это напоминало город, раскинувшийся по вершинам. Так как Канталакский голец расположен в 15 километрах от речки Каринга, был запланирован сплав. И так план был составлен. До поселка Тунгакочин нас домчал на своей газели водитель Андрей, где мы быстро разгрузились, связали раму и через пару часов стартовали по Каринге. Речку-то, помните, как называют? Речка-то? Каринга. Приток Амазонки. Каринга. На ладошки надо сюда поставить, и ладошка вот этот закрываешь, он накачивает. Как здесь рыбалка, это не расскажет? Рыбы здесь не есть. Рыбу есть сегодня будем, да, сайру. Первый лагерь не на песке, ничего подходящего за два часа не нашли, казалось, как вот это вот место на каком-то острове далеко. Но и здесь есть свои плюсы. Огромный запас дров. Хватит, пожалуй, на неделю. Ничего нас не разбудит.
Вот наконец-то третий день пути появились долгожданные горки. Вдалеке даже видно было голец. Сейчас скрылся из вида, но скоро появится. Есть русло нужного ручья. Теперь зарудаем табор. И, видимо, будем делать ламбас для того, чтобы защитить продукты. Вышли на берег какого-то озерушки какой-то. Тут зимовье. Сейчас мы его будем обследовать. Хороший зимовье. Изибрь. Во время гона. Здесь стоит, орет. Вон там рога точит. Здесь тоже. Вот на дереве. Старый затес. С этой стороны. Трудная дорога в Венедер двоих наших друзей вернуться назад на табор. Мы остались вдвоем. Вот это старый вездеходный след, по которому проезжали последний раз лет 40 назад. Догадливые зверушки сделали из него тропу. Вот отпечатки их следов. И теперь догадливые туристы пытаются по этому следу достичь поставленной цели. Не, сюда-то подошли. 11 часов. Сюда? Ну, 11. В 11 ночи только. 12 часов вот и шли. Сделали базовый лагерь на месте стоянки, оставили часть продуктов. С собой взяли вообще по минимуму. И сейчас вот по этой практически высохшей речке уходим вверх. Осталось всего по прямой километров 5. Вот эта речушка, на которой у нас идем, осталось километра 1,5. И подъем последний шторм. Медведя каменюшку достала. Огромная сила. Зверь. Это все его работа? Это мышка такая. Из-за такой мышки такую яму вырыли. Она жирненькая. Болотный багульник. Березка карликовая тоже один из характерных признаков высокогорья. Наконец дошли. Уже можжевельник появился. Но ягодок нет. Запах зато. Исланя кедровый здесь покруче. Шишечек уже. 4 штуки, если внизу было вообще по одной. Поющий кубинник. Вода бежит под камнями. Там, где начинается река. Вот мы дошли до истока. Вот отсюда, оказывается, мы улетаем. Просто так, из-под земли, на высоте 1300 метров. Как будто эти гигантские трубы видны. А вот там впереди баобаб и кедровый сланец. Так незаметно. Мы чуть не прошли. А мы бы вон там шли, не заметили. Вот тихит, эти скалы. Тихит. Вот они только начали просматриваться. Ура, подходим. Вот первый взгляд. Более-менее нормальный.
скалу на кусочек. Вот каменный город в долине реки Шампурна. Один микрорайон. Второй микрорайон. Третий микрорайон. Четвертый микрорайон. Вот эта живописная группа. Слева явно бабушка сидит. Смотрит. Это семья Ивенков перед чуму. Обломками старых деревьев, клетки драча. Мы так и дошли мы до камней. Гостей встречает стражник. Фигура первая. Первый микрорайон, еще не успели дать ему название. Следующее сооружение монументальное. Отдельно стоящий жилой комплекс. Интересно, как сложены они полосами, да? Слоями. Да, нет.
Тут можно ходить по этим дворцам целый день. У нас, к сожалению, время заканчивается, нам к вечеру надо вернуться в лагерь. Сварили чаек из ревеня. Такая прелесть кисленькая. Сахарочек добавить. Вот и расстаемся мы с городом бродяг. Мы уходим. Вряд ли когда сюда вернемся. Наверное, не часто люди посещают это место. Все, прощание. Сухой. Трещит, по нему наступаешь, он так мягко идти. Здесь вообще прелесть, такая дорога ровненькая, асфальт, можно сказать. Курильник тоже удовольствие маленькое. Прыгаешь. Вот это комарга сделала. Леха говорит, что ее нас испугал. Может быть, это мы ее испугали, когда шли. Дождик начинал. Иванул сразу, как только мы купили чай. Не успели как следует накрыть палатку. Заканчивается у нас поход. Город бродяг.